Новый участок дороги в объезд Вольску осмотрел заасфальтированную дорожную развязку губернатор области Валерий Радаев. Помимо этого, глава региона обсудил с дорожниками планы на строительство полотна в районе Ельшанки. Какие возможности дадут новые объездные развязки, автолюбителям узнавал Сергей Пономарев. Какой участок здесь был? Это был один из в последнее время самых страшных участков, аварийных участков. Какой сейчас? Валерий Радаев осматривает итоги капитального ремонта участка трассы Сызрань-Саратов-Волгоград. Буквально несколько дней назад здесь, рядом с Вольском, завершились работы по строительству 8 километров асфальтового покрытия. Здесь мы сегодня проводим большую работу как на федеральных, на муниципальных, на региональных дорогах. Конечно, проблем предостаточно и денег надо очень много. Но вот так вот, как выстроена эта перспектива реализации и приведения в порядок федеральной дороги, этому надо учиться. Всего же здесь планируется отремонтировать 15 километров дорожного полотна. Стоимость работ оценивается в более чем 750 миллионов рублей. Завершение реконструкции намечено на сентябрь следующего года. Наша задача, я вот сказал уже, дороги привести в нормативное состояние. Это задача номер один. Конечно, она не решится за один год. Но мы это принципиально будем делать независимо. Федеральная дорога, региональная дорога или муниципальная. То, что сегодня секретарь партии «Единая Россия» в Саратовской области Валерий Васильевич Радаев берет курс и на ремонт дорог внутри дворов и сельских территорий. Это важный приоритет, и мы все в одной единой команде будем на это работать. Масштабные изменения предстоят и на участке трассы Сызрань-Саратов-Волгоград. В Воскресенском районе возле села Ельшанка планируется построить 3 транспортных развязки и мост через реку на общую сумму более 500 миллионов рублей. Я хочу вообще, Валерий Васильевич, тур будет потом обговорим с вами, значит, с Николаем Васильевичем. Помнишь, что здесь работали саратовские дорожники? Да, это однозначно и для нас принципиально важно. Только саратовский подрядчик, потому что это очень важно. Всего же до конца года на трассы федерального значения региона будет потрачено 1 миллиард 800 миллионов рублей. На эти деньги будет отремонтировано 123 километра автомобильных дорог. Это почти в 4 раза больше, чем за весь прошлый год. Сергей Пономарев, Юрий Шатохин и Павел Крыклевец. Вести.